Thank you.
Кобры хранят тайну. Когда их нет на месте, из глубин земли поднимается дым. Отринь свой страх и беги через дымное облако. Земля покарает зверя.
Ты член отряда сэра Ричарда? Да, меня послали, чтобы найти кого-нибудь, кто мог бы прийти нам на помощь. Засада, которую чудовища устроили в конце тоннеля, отрезала нас от внешнего мира. Тогда пойдем. А мы не попытаемся найти еще кого-нибудь? Сила моей веры заменяет мне силу оружия. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Я здесь, чтобы помочь. Пойдемте со мной. За то время, что я провел в этих подземельях, я повидал всякое. Как я могу быть уверен, что это не очередная ловушка? Никак. Сержант Смит тоже боялся, но он сражался со мной плечом к плечу. Смит хороший солдат. Если он поверил тебе, то и я могу тебе довериться. Мы пойдем с тобой. Мудрое решение. Спасибо за помощь. Я надеюсь, что найду способ отблагодарить себя. Довольно будет и доброго слова. Мы хотели попасть в башню пророков, но все входы оказались завалены. Единственная возможность — забраться на гору и попытаться попасть в башню через крышу. Мы останемся в подземельях, чтобы закончить наше исследование.
Кобры защищают пламя смерти. Уничтожь их, и Осирис позволит тебе пройти.
Thank you.